Почему старинный арыш красивый? Село называется Хала. Хала — это означает крепость. Вот этого человека, сын умер, который здесь сидит. Ты рос. Таким офицером был. Отсюда внутрь проходит три села, это Мухарекская долина называется. Вот в вот конце находится та мечеть старинная, которая. Ага. Вот в этой долине конце, здесь три села идут. Челюхур, Чудик и Мухарек. Вот там находится самая первая мечеть, которая. Добрался до очень старого села, кругом горы, горные реки. Камера не передает, но вдаль там очень много гор, вообще красиво очень.